Поехал, горя на велосипеде, уже поздно, к сумеркам дело идет. Мне необходимо было кое-что отправить в город, а тут задержка. Брат в горочку не может поехать. Гляжу, стоит Роман на своей стройплощадке и Алексей. Я говорю, а ты как попал, подъехал я к ним. Приехали убирать, я говорю, картошку, да все, морковку. Мать-то няня Александровна, она немощная. Ой, я говорю, тогда с тобой прицеплюсь тогда в город. Мне что надо отправить? Он сегодня. А Роман в это время говорит, копал картошку вчера, говорит. То есть в этот день, вчера. И полтора мешка что ли накопал. То ли больше у него и нету, или только столько и накопал. Он занят. Пни эти сейчас открывает, я не знаю, как дальше он с ними будет, он подпиливает, курит. Но не знаю, главный-то корень остается там, ему не стронуть пень, пока не подкопает. Мы когда там делали, у нас, ну, там купа деревьев рядом, и надо все убрать, большие, мощные были ветлы. У нас 4, кажется, с половиной или 4 метра на 4, я замерил, ну, по поверхности. Для того, чтобы зайти внутрь, почти в рост человека. Чтобы там можно было отпилить, отрубить главный корень, который идет вертикально вниз от центра. Но техники-то никакой нету у нас. А он еще это время, не знаю, с чем связано, и говорит. Видимо, я гляжу, у него через этот парник теплицу. Видно, помидоры висят большие, красные. Это твои помидоры? Мои. Хорошие. Вот. Ну, он сразу говорит, я люблю делать хреновину. Это хрен туда корень. Да. Терется, добавляется, и он такое жгучее действие имеет, как перец. Перец, что есть сладкий, болгарский какой-то, я не знал даже. Мы не знали, у нас перец такой продолговатые стручки. И отец у нас любил, и в суп там борщ положит. Есть невозможно. Губы горят, язык горит. Но отцу нравилось это. И он возьмет ножик. Большой длинный нож поперек сверху, по краям блюда поставит вот так вот. Ну такой сколько. Они пьют все с одной чашки, что каждый со своей чашки я тоже не знал никогда. Вот так. Он ножик вот так положит. Ладно, ребята, вы ешьте со своей, а я и со своей. Ну и как будто бы меньше жжет. А для чего говорю? А для того, что это вредное. Я ему вчера не сказал, а как бы подтолкнул, говорю, у нас хрена много, хреновый огород у Павла, там, у Никиты теперь. Почему вредно? Потому что Бог так устроил, чтобы вот этих побудительных причин к аппетиту не было. Вот хрен растет, и ничего нету, кроме хрена. Листья его растут. Ни одна скотина его не ест. Все на его, даже все не подаешь, она объедает вокруг, его не ест. Так это не корень. Скотина не ест, ни овечка там, ни корова. Я как знаю, вижу. А почему? А табак почему? Растет табак, они не едят его. От него моль погибает. Человек вот курит трубку. Очень часто у них рак губы. Если там в южных районах курят на свай, курят, то есть крутят табак за щеку, рак щеки. Что тут? Тут прямая связь. Человек любит что-то обжигающее, где-то язва желудка. А если это длительное, организм борется и борется все время. Ну, молодой это еще рак желудка и рак кишечника. Это распространяется и на тех, кто любит жарить на растительном масле. Почти всегда. Я знал, которые бабушек, и я им говорил, не делайте этого. Которых я знал, практически все умерли от рака желудка и кишечника. Так устроено. Сахар, сахар. Это ясно дело, что сердечная болезнь, слабость человеческого тела и беззубость. Самая беззубая нация здесь считается шотландцы. Это я в армии прочитал и запомнилось, я не хотел. У них в среднем идет 90, кажется, 6 килограмм на душу населения.
А взрослый больше центнера съедает сахара. Самая беззубая нация. Вот и все. Люди, которые с зубами, как наша бабушка, они сахар никогда не ели, мед ели все время, держали пасеку. Это связано. И не надо никаких там анализов, то просто вредно. А вот человек ест мясо все время, я без мяса за стол не могу. Сердечные болезни будут. Бляшки всякие, плямбы эти нарастать на непроходимые сосуды делают и нарастают. Понимаете, все везде должно быть по-разному. А человек, который ест сухари там где-то, у него какая? Никакой. У него подтянутость, живость. Еще сейчас про алкоголиков, наркоманов не говорю, это смертники. И вот где мы с чем встречаемся, соль, избыток, болезнь, яйца, если... Вот начни есть 2-3 яйца утром, вечером, в обед. А за сахарные мозги памяти не будет ничего. Склероз. Да, конечно, вредно, в норме. И поэтому посты православные, они нам на пользу. Ну, раньше говорили разгрузочные дни, так называли в столовых. Рыбный день. Рыба вместо мяса. Некоторые фыркали. А это на пользу человека было. И вчера вечером только, ну, ненадолго побыл, скорее надо мне уже домой. Засыпа. А уже прям совсем. Ты видел, когда ты там был, поливал, я тебя видел уже. Для меня в 9 двери закрыты. Ну вот, высунулся на улице, сколько полезных было рассуждений. Вот, просыпаешься, всегда нужно сразу соскакивать, не лежать. Не лежать. Я все время стою раньше, 3 часа с чем-то. И охота полежать. Закрываю глаза, но организм не дает заснуть. Почему? У меня главная задача у там ранее дешевой, более дешевой. Интернет, успеть все сделать, поставить, ответить на вопросы. Один на меня залез, зашел ли, как сказать, какой-то совсем не русский, ни имя, ни русское, ничего. Вот, я думаю, занятия или уже занимаюсь добычей корня солодки. Я видел, у вас есть, вы сенсей в этом деле, это где-то еще сенсей, это учитель там у этих, ну, разных, у кришнаитов. Ну и можно поговорить, я ответил только после 10 октября, когда вернусь. А он снова, ну а просто писать-то. Ну я говорю, один вопрос в неделю можешь задать. И он задает корень солодки. Я говорю, как берешь ты ковую лопату, где нашел расти, ковыряй. Корень вытащишь, положи на то место пласты, чтобы даже не видно было, что ты копал. Не попортить местность этого. Нет, меня интересует прибор, чтобы я в месяц мог добывать 40 тонн. Да 40 килограмм ты за жизнь не добудешь. Каких тонн? То есть это где-то плантации сами сеют, и потом они показывают, как там берут. Ну, я больше не стал отвечать. Вижу, что он или говорит, что не следует, или это предприниматель какой-то, зная, что это где-то Киргизии, там это вот на каких-то участках. Вот все это у нас пустырь. Мы его вырвем, он мешает. А в Японии, в США его сеют медоносный. И притом полезный для меда. Сбор меда с него хороший идет. Ну и от сердечных там болей действует более, чем корень валерьяны. Вот надо нам во всей этой нашей ситуации разбираться. Мы сегодня идем. Я не очень скорблю о том, что я не могу так нагибаться и разгибаться все время. А разгибался в свое время. Поэтому я буду с вилами. Может быть, удастся. Вчера я типа поднимал немножко, ошкурить-то где-то. И сегодня прям до того неуютно меня подташнивает аж. Позвоночник. Сигналы дает, что опасно. Опасно. Поэтому вы на все на это глядите так. Вот поварешка лежит. Вот посмотри, а хвостом наружу, я говорил, этого не делать, вдоль. Идешь, не сильно задел. Еще в чашке будет на полу, так? Так. Ну так. Так. Чашка на чашку сушится маленько. Шевельнул, все нет. Отдельно где-то, отдельно составляй. Стол для чашек может быть, чтобы только нигде не было. Я сегодня вам говорил, двери где открыты, тут
большой сосуд какой-то стоит, здесь дверь, и уже боком идет, и дверь открывается на третью часть только. Дверь, вот сразу посмотри, сколько досок идет по направлению к двери. Эти доски должны быть свободные. По косякам. Смотри до самой двери, и чтобы нигде ничего не стояло на этом промежутке. Нигде. Ну, шкафы стоят там, это у нас одно. Но тут не на дороге, тут проход. Можно только столик подвинуть. Во всем благоразумно. Почему при мудрости Соломона написано, Бог не любит никого. Как так? Мы же привыкли, что Бог любовь. Бог не любит никого, запятая, кроме живущего с премудростью. Чтобы быть любимым, нужно славить Бога, жить по разуму, по совести. Кроме живущего с премудростью, не просто умно, мудро, а с премудростью. И вот мы во всем везде должны видеть возможность раскрутить для себя, как это польза есть или нет, что я делаю, а какой вариант лучше. Вариации искать лучше. Вот сегодня будем. Вот у нас раньше было как, картошку копали, и мы высыпали. Идешь откуда-то, опять высыпешь. Она подсыхала. Подсыхала. Ну и все время с ведром было сновали. Ну тут у нас была работница хорошая, Наташа Приходько. И она говорит, а мы с мамой не так делаем. Картошку отбрасывает, она подсыхает, а потом мы с мешком сразу собираем мешки. Не знаю, так в одном месте. А потом посмотрел, намного быстрее это. Не надо ходить. И собирается не так, ну, дольше, конечно, чем в одной куче и прочее. То есть, вот у нас садок такой в лагере есть, так она говорила, надо траншейку выкопать внутри, чтобы сорняки не переходили сюда. Зачем? Зачем? Я не понял это, а потом увидел. Там все-таки легче переживать было корни. И тебе сразу видно, где грань. Небольшая траншейка. То есть постепенно, даже зная это, ты приглядываешься, как другие делают. Другие рядом, или другой национальности, или вычитал, или в интернете. Вот нам нужно сейчас там же обшить этот домик у Иосифа приобретенный. Вариаций несколько уже говорят, и все они дорогостоящие. Это и, ну, хорошее. И вот там как обшивать надо, вот как он уже не сделано, как Игорь, вот у этой, у Любы Минаевой, у ней делал Кирилл Густинов. Вот так. Как зашить, и я этого не делал. Я не знаю, в наше время садинов этих никто ничего не знал. Просто их не было. А крыть это шифер. Ну а как делать они? Правильно? Правильно, конечно. Правильно. Запенивают все щели. У нас ничего нет. А раз щели не запениваются, холодный домик будет. Нашить досками, как у Володи, а сверху плоским шифером. Мне больше всего понравилось это. И не попадает ничего туда. И мало того, еще изоляционный материал, он весь натягивается, и чтобы не гнило где-то. Какой вариант, не знаю. Вернее, я не пригоден ни к одному. Поэтому, если бы нашелся человек сейчас и сам добыл, сделал в готовом виде, я бы принял его на работу, но никого нету. Я сказал объявить там Роману Устинову, там, он мастер. Ну, у него там работа, его закормили. Мне его брат его сказал. Видишь, как все время и надо учиться. Петр Первый имел перстень, на котором написано «Аз требую учащих мя». То есть все время просто ищу, требую, покажите, кто меня чему-то новому может научить. А здесь год за годом идет и ничего. Вот я показал. Не опрокидывается сковорода кормить, где котенка маленького парю. Я согласен. А окошко, доску придет широкую закрывать, не доело закрыть, туда ничего густого не ложить. Сегодня гляжу, уже каши наперли туда, а так и лежит оно. Куда? Никуда отдельно это собакам пойдет. То есть в каждой мелочи, везде должен быть навык. Этот навык, то есть ты должен синхронно делать, как чихать, раз платочек выхватил, а не так, рукой размазал. То есть это должно выработать механически, не ну, привычка, как кошка, оправилась, она обязательно ямочку куда оправится, а потом зарывает. У нее заложено.
И мы это должны понимать, от худого избавляться, заливать. Вот сегодня маленькое поучение такое получил от встречи с Романом и с Алексеем вчера вечером. Да будет во славу Божию.